Начальная школа. Путь очень важный. Он успешно нами осилен. И сегодня дружно мы скажем: Анна Викторовна, спасибо. От 4 Б вам душевный привет. Подтвердят это все. Вы зажгли знамя свет. Вы похожи на хрупкую фею. И при этом со внутренним стержнем. Наши дети, театры, музеи посещать теперь будут с кем же? Вы отличный организатор. Убедились мы многократно. Видеть вашу улыбку рады и родители, и ребята. Пусть порой вы бываете строгой, все решения справедливы. Шли мы с вами одной дорогой, и она была счастливой. Впереди ждут новые цели, много новых предметов будет. Но как всех их сплотить сумели, вряд ли кто-то из нас забудет. В школе цените вы работу, это ваше призвание в жизни. И к тому же своей заботой окружаете вы всех близких, муж и дети, и внуки ваши. Всей душой вас недаром любят. Каждый день, несомненно, краше, если рядом родные люди. Мы и сами сроднились с вами. Школьной мамой вас называем. Анна Викторовна, спасибо, что в наш класс вы вложили силы. И напомним мы не напрасно. Под крылом ведь у вас два класса. Хоть терпенья нужна вам масса, но справляетесь вы прекрасно. Жизнерадостность, энергичность, вот черты ваши, без сомнения. Расширяете вы свой личный круг познаний посредством чтения. Доброй, нежной, родной, веселой, мы всегда вас привыкли видеть. Пусть гордится 10-я школа тем, что есть вот такой учитель. От 4-го вам душевный привет. Подтвердят это все, лучше вас по стране.